Никто не верил, что из этого получится что-то серьезное, что это будет караоке-вечеринка. Вот. Моя задача главная была переубедить людей и привлечь внимание как бы серьезных артистов. Реально сейчас как бы уровень вот этого фестиваля, пока шла подготовка, он поднялся очень сильно. Я думаю, что для первого этапа это очень круто, здорово. То есть есть хедлайнеры, профессиональные группы исполнителей, есть талантливые ребята из числа поклонников Миленбург. Я им предложила, они согласились, и мы решили создать группу. Этот эмбрион, который все это время колыхался в плаценте, таки вырос и родился, и что фестиваль состоялся. Поэтому я считаю, что перепеть ее, ну, это невозможно, и поэтому даже не стоит даже стараться.
наконец. То есть мы все, кто занимался чем-то, каким-то творческим процессом, кто готовил песни, номера, танцы, там, кто готовил видео, все вот последние ночи не спали для того, чтобы все это успеть сделать, и надеюсь, что сегодня всем все понравится.